Добрый день, дорогие гости моего канала. Сегодня я хотела рассказать вам о злаках в моем саду. И начнем мы, пожалуй, вот с этого куста малинии голубой. Куст имеет почти 2 метра ростом. У него очень красивые метелки. Он сидит здесь на фоне ивы пурпурной нано и нескольких кустов эхиноцеи. Посадить ее в саду можно практически куда угодно. Вот эти нежные метелки хорошо смотрятся и с розами, и с любыми высокими многолетниками. А какие из нее букеты получаются зимой? Просто загляденье. Мискантус китайский зебрина. Его отличают такие бело-желтые полосочки, как маленькие солнечные зайчики на протяжении всех листьев. Он посажен всего прошлой осенью, не успел набрать за этот год вегетативную массу. Но все равно неплохо смотрится здесь. И гармонирует вот с розой Грэхэм Томас, у которой сейчас второе цветение. Желтые цветы на заднем плане. Я планирую посадить их вместе. Моя любимая проса противидная. Я купила его один раз и очень сожалела, когда узнала, что оно у нас не зимует. Но зато теперь у меня проса сеется по всему саду само. Посмотрите, как в дымке из проса выглядят почвопокровные розы. Такими изящными метелочками оно распускается. В конце августа, сентябрь. Целые фонтаны. Кустик хризантемы сквозь проса тоже смотрится целым букетом. Рядом боника еще не цветет, но тоже посмотрите, в такой паутинке распустятся изящные кисти. Розы со злаками всегда смотрятся выигрышно. Здесь сидит обычный ячмень гривастый. Если бы не он, была бы просто скучная дорожка от одной розы к другой. Но здесь он закрывает пространство. При этом он сеется сам по всему участку. И цветет, как и розы, в две волны. Сначала во второй половине июля, а потом в сентябре. Вот этот совсем молодой кустик, он будет цвести в октябре. Щучка дернистая Gold Tau. Конечно, к концу сентября она уже растеряла свою декоративность, но зато она показывает свою красоту с начала мая. И самое красивое – это июнь-июль. У нее такие золотистые листья тонкие. И вот эти метелочки, когда распускаются, они смотрятся, ну, практически как вот у ячменя гривастого. Они такие же, только высокие, с чайно-гибридными розами и со странцией. Смотрятся просто чудесно. И лимус, или колосняк песчаный. Здесь он сидит с розой. Вестерленд. Оранжевый. Дальше флоксы. Голубой лимус. Под стать ему тут голубые гвоздички. И, как всегда, овсяница сизая. Вот так выглядит престарелая овсяница.
Сейчас ее с полным правом можно назвать сизая. Из голубой она превращается в такую серую практически. Это ее осенняя краска. Но, тем не менее, вот эти колоски, они придают горке изящество. Поэтому она здесь до сих пор еще живет. И зимой тоже будет выглядеть достаточно пристойно. У меня достаточно много овсяницы голубой. И она уже сама рассеивается по саду. Где она мне нужна, я ее оставляю. Где нет, маленькие кустики можно очень быстро убрать. Ну вот мы обошли весь сад. Снова вернулись к малине голубой и эхинацеи. Малине своими метелками машет нам пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите снова увидеть мой сад. Пока!